Агент недоступен. Исчезновение радиоактивного груза. Утро доброе, сударыни, дамы и господа. С вами снова Жук 25. Сегодня у нас по счету 28-я миссия. Агент недоступен. Чистые воды. Монровия. Либерия. Грим. Вашингтон хочет, чтобы мы расследовали страховой случай. Понимаю, звучит глупо, но это есть веская причина. С корабля, идущего в крупнейший порт, на западном побережье, пропал грузовой контейнер, и там были обнаружены следы радиации. Капитан клянется, что они не заходили в другие порты, и на борт никто не поднимался. Загадочно. Переходим к следующей точке. Ванкувер, Канада. Чарли, вот что произошло. Кто-то взломал систему распределения груза на корабле и расположил пропавший контейнер несбалансированно. Его было легко скинуть за борт в любой удобный момент. Капитан говорит, что их немного. Задел рыболовный траулер «Красный дьявол», который направлялся к берегу. Может, это наша зацепка? Итак, следующая точка в Мексике. Нижняя Калифорния. Мексика. Мексиканские рыбаки называют кальмаров Гумбольда «Красный дьявол», а значит контейнер оказался за бортом в мексиканских водах. Более того, траулер «Красный дьявол» на этой неделе был замечен рядом со спасательным судном. Это судно подняло со дна контейнер, который погрузили на другой корабль. Судя по сенсорам радиации, он отправился на запад. Последняя локация находится в Японии. Порт Йокогамы, Япония. Чарли, есть только один корабль, курс которого совпадает с курсом судна, забравшего радиоактивный контейнер. Он направлялся в Йокогаму, но похоже, что его система распределения груза тоже взломана. Позволим ему причалить и захватим груз, или же остановим и проведем захват вдалеке от порта. Итак, у нас есть вариант засада и захват за 27,5 тысяч долларов. Правильный вариант захват. В этом случае нам скажет Чарли следующее. План сработал как надо. Брикс обеспечил мне доступ к системам корабля. Я смог отключить двигатель. Им пришлось послать сигнал SOS до того, как представилась возможность сделать что-нибудь с грузом. Мы захватили команду и радиоактивные материалы. Судя по всему, это обогащенный уран из Северной Кореи. И по закону мы можем оставить его себе. Но мы выбираем засаду, и в провальном случае нам отвечает Брикс. За нашу ошибку расплачивается Йокогама. Экипаж случайно вскрыл и сбросил за борт контейнер, заразив Токийский залив по пути в порт. Стоимость очистки залива будет невообразимо велика. Мы сможем допросить экипаж судна, но организаторы остались на свободе. Ну вот и все, ребята. Счастливо оставаться. С вами был Шоу 25. Подписывайтесь на канал. Увидимся.